Комбайн по полю идет плавно, как корабль по волнам. Ветер колышет спелую пшеницу. В сельхозпредприятии «Возрождение М» на уборку вышло 3 комбайна. Задача – собрать весь урожай до последнего зернышка и сделать это, пока в планы не вмешалась погода. В распоряжении аграриев более 13 тысяч гектаров уборочных площадей используют каждый погожий день. Задействованы будут на уборке урожая 18 комбайнов, 11 своих и 8 комбайнов привлеченных. У нас также задействованы будут 3 сушильных комплекса. Это один сушильный комплекс будет задействован, значит, на сушке озимой пшеницы, второй, значит, на горохе. Подводить итоги пока рано, уборочная только началась. Тем не менее, прогнозы хорошие. За ходом уборки следит и руководитель муниципалитета Николай Комусов. Осматривая технику, делится своим мнением об этом хозяйстве и видах на урожай в целом. Этот урожай будет больше, чем в прошлом году. Мы перевалили в прошлом году 100-тысячный рубеж. В этом году мы хотим его улучшить. Благодаря погоде, благодаря урожаю, наверное, у нас все это получится. Всего по Ковылкинскому району необходимо скосить более 45 тысяч гектаров зерновых урожая. Для уборки подготовлена вся необходимая техника и комбайны, и сушилки, и склады. Качество зерна можно оценить даже невооруженным глазом, как и его спелость. В этом глава района также убедился лично. Валерия Никитина, Максим Ковылкин, «Народные новости».